884 сантиметра составил уровень Урала в Январцево на утро 19 апреля. В Западно-Казахстанской области продолжает прибывать вода. Проводятся работы по укреплению дамбов вдоль берегов рек. Накануне наши корреспонденты побывали в селе Январцево района Байтерек. Это место является одной из самых опасных зон подтопления. Подробности в материале Марины Горбук. Село Январцево Западно-Казахстанской области является одной из самых уязвимых зон подтопления. На вечер 18 апреля уровень воды в реке Урал составил 874 сантиметра. А сейчас 22:00 мы прибыли специально в поселок для того, чтобы посмотреть, как проводятся дамбоукрепительные работы. А сейчас сюда направлены военнослужащие из Каргандинской воинской части. Они круглосуточно работают на дамбе. С 12 апреля в селе Январцево района Байтерек находятся 65 военнослужащих. Все они из воинской части 52-859 Каргандинской области. Их задача заключается в укреплении дамбы, контроле уровня воды и целостности сооружения. Контролируем уровень поднятия воды на берегу. За последние сутки что наблюдаете? Больше 35 сантиметров подъема воды было. Ваша задача в чем заключается сейчас, в данный момент? Сейчас патрулирование и в случае сильного прихода воды сразу же докладывать нашим вышестоящим начальникам, чтобы уже в дальнейшем были какие-то предпринятые действия. За время пребывания военнослужащие с местными специалистами ДЧС возвели порядка 5,5 километров защитной дамбы. Высота ее составила около 4 метров, но вода уже подпирает сооружение с обратной стороны. Уровень ее поднимается каждые несколько часов, поэтому оперативная обстановка передается круглосуточно. Дозор центральному. Обстановку по воде. Целый день с утра до вечера военнослужащие работают. Утром прием пищи, после этого уже с 8 начинаем работу. Работа заключается в укреплении земляного вала, который местные исполнительные органы построили, заполнение инертными материалами, укладка мешкотар. Место в временном расположении тоже организованный суточный наряд. Это также по охране имущества, а также взаимодействие при изменении, при резком повышении уровня воды. Вода прибывает интенсивно, поэтому, несмотря на достаточную высоту дамбы, ее придется укреплять еще выше, говорит аким Январцевского сельского округа. Укрепление, хотя мы уже, можно сказать, уже сделали все это дело, но в дальнейшем будем работать еще расширением, укреплением. Потому что вода прибывает, да? Вода прибывает, но на этот день, можно сказать, уже на 60 поднялось. Если сравнить с 94-м году, сейчас в данное время мы уже вот эту мерку на 15 сантиметров уже выходим. Еще метр можем терпеть. Ну, метр 40, так. Ну, грубо говоря, я метр беру. Помимо местных жителей, в работе задействованы и соседи из других регионов. К примеру, тракторист Виталий Лукиян приехал из Актобе. Ну вот эту плотину уже закрыли до конца. Сколько метров здесь? Это метров 200 даже, больше, наверное. А высота? Высота метров 4-5, наверное, есть. Защита надежная, считаете? Ну да, должна удержать, должна. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Январцево проживает свыше 1200 человек. Эвакуированы из них малая часть. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асубек Абекенов, ТДК-42.